Добрый день, уважаемые коллеги. Как хорошо меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Так, вижу ваши плюсики, спасибо. Перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру, как всегда, несколько слов о наших мероприятиях будущих и несколько технических вопросов. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на те ссылки, которые я дал в начале чата. Пожалуйста, перемотайте к началу чата, к началу свой чат, и вы увидите две ссылки. Первая из них ведет на расписание наших вебинаров на первое полугодие 2017 года. Там расписание до... включая июнь 2017 года, и на каждый из вебинаров вы можете зарегистрироваться заранее, и вам придет уведомление в урочный час, чтобы вы на него попали. А вторая ссылка – это ссылка на наш учебный портал на YouTube. На этом канале, видеоканале, хранятся все записи всех наших вебинаров. И этот вебинар, его запись тоже ведется, она попадет тоже на этот канал. Так что заранее отвечаю на вопрос, который всегда возникает, будет ли доступна запись. Да, запись этого вебинара будет доступна, и будет доступна вот как раз по второму адресу из тех, которые приведены в начале чата. Далее, я хотел бы вам порекомендовать два следующих вебинара, которые у нас состоятся завтра и послезавтра. Завтрашний вебинар, вот они, я их сейчас дам прямо в чате. Завтрашний вебинар состоится в 12 часов, и вести его буду я. Он будет посвящен авторству преподавателей. Будет называться «Преподаватель как автор электронного учебного издания. Работаем вместе». Ну и 31 числа в 12 часов, это пятница, будет очень интересный вебинар, который будут вести. Правда, интересен он может быть, возможно, не всем, а только тем, кто занимается издательской деятельностью. Этот вебинар будет проводить Елена Нагина и Константин Костюк. Елена Нагина – это генеральный директор Российской книжной палаты. Вот такой у нас будет высокий эксперт. Так что всех зову на этот интересный вебинар, который должен состояться. Следующее объявление, как всегда, для тех, кто пришел, может быть, первый раз на наш вебинар, рассказываю, как скачать сегодняшнюю презентацию. Для этого вам надо посмотреть в верхний правый угол, вот примерно вот сюда. Здесь вы видите ряд кнопочек. Третья слева – кнопка с изображением папки, открывающейся папки, желтой. Если вы будете нажимать на эту кнопку, то у вас справа от презентации будет появляться или исчезать окно под названием «Ресурсы». Вот в этом окне находится некоторое количество ссылок. Они отмечены такими сине-зелененькими кружочками. Сегодняшняя презентация, она обозначена дискеткой. Вот при нажатии на эту дискетку, обращая внимание, именно на дискетку, а не на надпись, возникнет окошко с предложением скачать презентацию. Вы сможете ей пользоваться у себя, ну, разумеется, со ссылкой на автора презентации. Давайте я уберу стрелочку, которую нарисовал. И последнее, что я хотел бы сказать перед тем, как передам слово нашему сегодняшнему спикеру, это то, что все участники сегодняшнего мероприятия получат электронные сертификаты. Получение сертификатов будет происходить следующим образом. В течение примерно 1-2 дней после нашего вебинара вам на почту, под которой вы зарегистрировались, придет ссылка. По этой ссылке вы должны будете перейти на наш учебный портал.
зарегистрироваться или войти на него, если вы уже там зарегистрированы. И тогда вам откроется ссылка на скачку вашего именного, цветного сертификата с названием сегодняшнего мероприятия и, ну, в общем, все, как полагается, с печатью и с подписью. Вот на основные вопросы, которые обычно мне задают в процессе вебинара, я ответил. Я остаюсь в чате для поддержки, а сейчас я передаю слово Юлии Ивановой, нашему сегодняшнему спикеру. Юлия Иванова — директор библиотеки Тульского государственного педагогического университета имени Льва Николаевича Толстого. И сегодняшняя тема очень интересная. Это как продвигать ЭБС в ВУЗе. Юлия, прошу вас на связь. Спасибо, а я ухожу из эфира. До свидания. Коллеги, меня слышно? Раз, 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 Юлия. И видно, да? Добрый день. Отлично, вижу плюсики. Для меня это первый опыт, поэтому прошу прощения, если что-то я буду делать технически неправильно, и вы в чате, пожалуйста, мною руководите. Я очень благодарна университетской библиотеке онлайн за предложение поучаствовать в вебинаре в качестве спикера. Это интересный опыт, и это такая, ну, достаточно серьезная возможность суммировать какие-то свои практики и, может быть, найти в процессе ведения вебинара новые какие-то решения, новые идеи. И я буду очень рада, если в чате вы будете реагировать на мое выступление, задавать вопросы, делиться своим опытом, и, может быть, даже общение как-то продолжится и после вебинара. На последнем слайде вы увидите электронную почту, по которой можно писать письма, адресуя их мне лично или сотрудникам библиотеки Тульского государственного педагогического университета. Тема нашего семинара — «Как продвигать ЭБС в ВУЗе», и я сразу оговорюсь, у меня нет каких-то абсолютных решений и абсолютных предложений, и я думаю, что вы понимаете, что на тех 20 слайдах, которые я приготовила, не будет 20 позиций инструкции продвижения ЭБС в ВУЗе. Но вот попытаться рассказать вам о том, как это делаем мы, прежде всего, я хотела бы, да, и попытаться с помощью вот каких-то теоретических основ понять, что же вообще такое процесс продвижения ЭБС. Ну, немного теории и юмора. Если говорить о юморе, то последняя обложка пиар в шоу-бизнесе, наверное, это обложка, которую можно отнести к юмористической в контексте нашей темы нашего семинара. Но, в принципе, процесс продвижения ЭБС – это процесс, который абсолютно подходит под всю теорию маркетинга, управления продажами, в связи с общественностью и пиар-деятельности, развития потенциала сотрудников. Вы видите, здесь самые разные книги я показала, и все эти издания доступны в ЭБС, университетской библиотеке онлайн. С ними можно познакомиться, их можно читать, и даже, наверное, нужно читать. И, безусловно, в процессе подготовки к семинару я посмотрела, насколько мои мысли совпадают с теми теоретическими положениями, которые можно почерпнуть из этих изданий, вот из области, может быть, бизнеса, но, тем не менее, к продвижению электронно-библиотечных систем тоже много очень подходит. Немного истории и фактов, чтобы вы имели представление о том, как работает наш университет. В общем, мы такой очень стандартный, я считаю, и крепкий вуз, но тем не менее провинциальный вуз. У нас обучается порядка 6 тысяч студентов, в библиотеке работает 34 сотрудника.
К электронным библиотечным системам мы подключились в 2011 году. Первый ЭБС, который был обеспечен доступ, это была ЭБС Университетская библиотека онлайн. В настоящее время у нас 4 электронно-библиотечные системы, плюс ряд баз данных отечественных и зарубежных периодических изданий. Ну и в корпус наших электронных ресурсов мы, безусловно, включаем и ресурсы открытого доступа, такие как электронная библиотека Киберленинка. Есть у нас несколько ресурсов зарубежных периодических изданий. Ну, в общем, как бы набор неплохой. Хотелось бы лучше, но и это обеспечивает наши потребности. Кроме приобретаемых ресурсов, у нас, естественно, есть собственные ресурсы, которые мы формируем. Это периодические издания университета, все журналы университета открытого доступа, и они представлены как на сайте университета, на специальном портале научных периодических изданий, так и в различных электронных библиотеках. Это сборники научных трудов и материалы конференций, причем мы делаем очень серьезную ретроспективную оцифровку изданий, практически почти полный корпус уже оцифровали и представили в открытом доступе на сайте университета. Это и текущие издания, то есть конференции, которые проходят в ВУЗе, и сборники научных трудов, которые готовят научные подразделения, они все в открытом доступе представляются на портале научных изданий. Ну и есть у нас еще небольшой собственный ресурс, это виртуальные выставки библиотеки, которые мы делаем, и надеемся, что они тоже полезны, и тоже хотели бы их продвигать и использовать как в учебном процессе, так и в каких-то познавательных целях. Ну и, естественно, как все, мы работаем с ресурсами открытого доступа, мы продвигаем и используем и, в общем, прививаем культуру информационную, опираясь на образовательные сайты, электронные библиотеки с легальным контентом и различные библиотечные ресурсы, это электронные каталоги и электронные библиотеки, как федеральных библиотек, так и ряда региональных библиотек. Но теперь немножко теории. Что такое продвижение? Продвижение – это любая форма информирования потребителей о ваших товарах, услугах и деятельности вашей фирмы. Это определение, которое я взяла из одной из тех книг, которые показала в самом начале. Можно ли считать наших пользователей, студентов, преподавателей потребителями электронной библиотечной системы? Безусловно, да, мы их называем пользователи. Это более, скажем так, менее связано с экономической с частью теории продвижения, но, тем не менее, да, они потребители, вот если опираться на это определение. Товары, услуги и деятельность нашей фирмы. Ну, если считать библиотеку фирмой, то электронно-библиотечная система в данном случае выступает как товар. Услуга – это то, что предлагает библиотека, и деятельность – это то, как организует библиотека свои внутренние технологии и процессы для того, чтобы сделать этот товар, то есть электронно-библиотечную систему, доступной. Цель продвижения. Ну, опять же, вот это положение из одного из пособий. И, значит, цель продвижения – осознание, знание, благожелательное отношение, предпочтение, убеждение и покупка. То есть последовательность действий, которая позволяет потребителю или пользователю сначала понять, что существует ресурс, который ему может быть полезен, потом узнать о нем максимум того, чтобы эту пользу почувствовать. Благожелательное отношение – это понять дружественность этого ресурса, то есть его пользу и его, ну, как бы расположенность к взаимодействию, понять выгоды этого ресурса, то есть отдать ему предпочтение перед другими какими-то ресурсами, ну, и убедиться твердо, что без этого ресурса обойтись невозможно, и тогда уже покупать, но в данном случае получается пользоваться. Структура продвижения
состоит в виде последовательности различных действий процессов. Это реклама ресурса, это формирование общественного мнения об этом ресурсе, и это персональные продажи, которые направлены на взаимодействие непосредственно, ну, вот, точечное взаимодействие с потребителями, с пользователями. Ну и четыре блока, которые можно, в общем, которые можно определить для того, чтобы структура продвижения начала работать. Персональные продажи, они связаны с направленными коммуникациями с отдельными потребителями, имеющими очевидные намерения покупать определенные товары. Это тоже из теории. Если говорить о нашем случае, значит, здесь речь идет о взаимодействии с конкретными группами или даже лицами, которые испытывают потребность, какую-то информационную потребность, и мы должны помочь, как бы направить эту потребность на то, чтобы использовать ЭБС для удовлетворения этой потребности. А реклама – это инструмент, оповещающий о присутствии товара на рынке, побуждающий к покупке действиям и желательным результатам. Ну, здесь, я думаю, проще всего, да, то есть мы должны прежде всего проинформировать своих пользователей о существовании ЭБС и о их содержании. И общественное мнение – это формирование интереса к товару и положительного имиджа товара и его производителя. Это как бы тезис из теории. Если говорить в приложении к ЭБС, то здесь, может быть, для библиотекарей есть наибольшие сложности в том, чтобы понять свою ответственность за формирование положительного имиджа приобретенных ресурсов. Ресурсов не тех, которые сама библиотека формирует, а те, которые приобретены, то есть выступают в качестве товара. Как продвигать ресурсы? Ну, прежде чем ответить на вопрос «как», нужно понять «зачем». Для меня эта формула вообще, в принципе, универсальна вот в любом процессе. Для того, чтобы понять, что нужно делать, нужно сначала определить, зачем это делать. Зачем мы продвигаем ЭБС? Ну, во-первых, мы с вами обязаны обеспечивать учебный процесс. Во-вторых, и это тоже немаловажно, мы должны оправдывать затраты вуза на приобретение ЭБС. То есть мы должны сделать эти затраты эффективными. Следующее, вот то, что я выделяю, это наша с вами обязанность и ответственность в предложении информационных сервисов нашим пользователям. Но и, мне кажется, это тоже немаловажный, может быть, не первостепенный фактор. Продвигая ресурсы, мы привлекаем внимание к библиотеке, мы демонстрируем свою нужность, значимость, свою полезность. В общем, любой способ обратить на себя внимание, он для библиотеки в современных условиях важен. Вот этим четырем блокам, вот вы видите, у меня есть еще такие подблоки направленные, да, которые определяют, ну, как бы, фокус продвижения. Обеспечиваю учебный процесс учебными пособиями, и в данном случае учебными пособиями, представленными в электронно-библиотечных системах, мы прежде всего обращаем внимание и фокусируемся на качестве электронно-библиотечных систем, на качестве тех ресурсов, которые мы предлагаем. Говоря об эффективности, об рентабельности, об эффективности затрат, мы должны понимать, что электронно-библиотечная система, которую мы продвигаем, она должна быть рентабельна.
Предлагая сервисы, мы должны понимать степень комфорта тех сервисов, которыми располагает ЭБС, и наше умение донести эти сервисы до наших пользователей. Ну и привлечение внимания к библиотеке – это, безусловно, имидж. Имидж и библиотеки, как структурного подразделения университета, это и имидж тех партнеров, с которыми мы работаем, те электронные библиотечные системы, которые мы приобретаем. Вот такой черный страшненький слайд, который определяет барьеры и врагов. Ну, вы видите, что на этот вражеский слайд я перенесла те же самые четыре блока, которые, с одной стороны, определяют успех продвижения, с другой стороны, могут служить барьером этого продвижения. Конечно, электронно-библиотечная система, которая содержит некачественный контент, которая нерентабельна, то есть она очень дорогая, которая некомфортна в использовании и имеет какую-нибудь дурную репутацию или, ну, в общем, неблагополучный имидж, с ней очень трудно работать и практически невозможно ее приобретать. Ну и наша с вами ответственность и наши с вами позиции и мнения в выборе ресурса, они должны опираться, конечно, вот на эти четыре составляющие, и именно они, в общем, ими должны мы руководствоваться перед тем, как мы выбираем ЭБС для приобретения и, став подписчиками ТБС, ее продвигаем в ВУЗе. Но помимо этого, безусловно, есть и другие барьеры, они и внутренние, и внешние. Ну, к внешним, естественно, относится интернет. Вы видите такую кляксу Google Me. Да? То есть, конечно, продвигать электронный ресурс, специализированный, как-то организованный в конкуренции с открытым интернетом, очень тяжело. И студенты, мы это прекрасно понимаем, они больше ориентированы на строку поиска в Гугле, там, в любом другом браузере, и найти, скачать бесплатно для них все-таки привычнее, чем пользоваться как-то организованным ресурсом. Определенным барьером служит и предпочтение бумажным твердым копиям, книгам, да, и это достаточно серьезный барьер в том, чтобы продвигать электронно-библиотечные системы в преподавательской среде прежде всего. То есть преподаватели не всегда наши союзники и на первом этапе чаще всего не союзники, потому что они привыкли работать с книгой, привыкли держать учебник в руках, и именно это они предлагают своим студентам. Ну и в центральном фигура – это Head Librarian, такая серьезная дама-библиотекарь, и мы должны тоже с вами честно признаться, что иногда барьером в продвижении ЭБС служат сами библиотекари. Не буду говорить о уровне квалификации, предполагаю, что в библиотеках вуза работают квалифицированные сотрудники, безусловно, в основной своей массе это так, но барьеры внутренние существуют в том числе и в связи с отсутствием горизонтальной коммуникации между, например, структурными подразделениями библиотек. Чаще всего электронные ресурсы отдаются на откуп специальному подразделению или специальной группе сотрудников, которые работают с электронными ресурсами, а в тех отделах, где литература выдается традиционной печатной форме, специалисты не всегда понимают смысл и тождественность электронно-библиотечной системы тому, что стоит у них на полках. И, конечно, организуя какую-то внешнюю работу по продвижению, нужно прежде всего подготовить коллектив и как бы организовать дружественную среду для продвижения ресурса внутри библиотеки. Ну и тогда, может быть, успех, вот если мы понимаем эти барьеры и предполагаем какие-то действия для их преодоления, и тогда успех, в общем, почти гарантирован.
Вернемся к теории. Значит, реклама, общественное мнение и персональные продажи – это структура продвижения, которую я для себя определила. И напомню, что реклама – это инструмент, оповещающий о присутствии товара на рынке и побуждающий к покупке или другим действиям. Общественное мнение – это формирование интереса к товару и положительному имиджу товара и его производителя. И персональные продажи – это направленные коммуникации с отдельными потребителями. Вот в нашем случае, когда мы в качестве товара считаем электронно-библиотечную систему, то есть информационный ресурс, успешность деятельности по продвижению этого ресурса гарантирована, если обеспечено взаимодействие с агрегаторами и издателями. То есть невозможно купить электронную библиотечную систему и вообще никаким образом не контактировать с ее производителями, иначе просто, в общем, дорога будет очень трудной, и результат, очевидно, не столь эффективный, как можно достигнуть. Если говорить вот как бы проще, ближе к жизни, то, что я для себя однажды поняла, и то, что я стараюсь, в общем, объяснить и сотрудникам библиотеки, в которой я работаю, и коллегам, с которыми мы обсуждаем так или иначе проблемы продвижения ЭБС, это то, что любой ресурс делают люди. И агрегаторы, и издатели – это коллектив специалистов, но это еще и обычные, нормальные люди, с которыми можно контактировать, с которыми можно общаться, с которыми можно обсуждать, у которых можно что-то просить и от которых можно что-то требовать. И уверяю вас, ну, я вот на примере нашего опыта постараюсь вам показать, что хорошие качественные ресурсы и их создатели, они, как правило, очень открыты к взаимодействию. Что мы имеем на входе? Мы имеем на входе библиотеку, которая приобрела одно или энное количество ЭБС. И в качестве союзника на входе мы имеем, на старте, вернее так, мы имеем только агрегатора или издателя. При условии, что мы наладили с ним нормальное человеческое взаимодействие. Мы понимаем, что агрегатор и издатель готов с нами общаться. В качестве целевой аудитории, очертить эти круги, перед нами стоит преподаватели и студенты. И в данном случае объяснить и продвигать ЭБС мы должны с вами двум группам. Это преподавателям и студентам. Если мы не объясним преподавателям значимость, удобство, содержательность электронно-библиотечных систем, то продвижение в студенческую аудиторию почти безуспешно, потому что студенты, естественно, слушают и выполняют рекомендации прежде всего преподавателей, либо идут в Google. К чему мы должны стремиться? Мы должны стремиться к тому, чтобы в числе наших союзников оказалась преподавательская аудитория. Студенты всегда останутся целевой аудиторией, потому что это аудитория сменная, они заканчивают вуз, приходят новые студенты, и объяснять, что такое ЭБС и как ей пользоваться, приходится каждый год практически заново. Поэтому сначала я вот уделю внимание именно преподавательству. Группе. Что важно для преподавателей? Основные направления работы с преподавательской аудиторией. Не знаю, во-первых или во-вторых, как бы последовательность действий, она как бы не в приоритетах определена здесь, но вот опыт показывает, что для преподавателя очень существенным фактором является присутствие либо своих собственных учебных пособий, авторами которых они являются, либо пособий университета. Поэтому размещение изданий вуза в ЭБС – это, в общем-то, важный фактор. И многие агрегаторы сейчас предлагают и даже настойчиво
зазывает и преподавателей, и библиотеки к тому, чтобы размещать учебные издания вуза в электронной библиотечной системе. И это, ну, немножко хлопотная работа, но эта работа имеет свой эффект. Вот именно те ИВС, где присутствуют наши учебные пособия, преподаватели на них обращают внимание чаще всего и студентов отправляют в эти электронно-библиотечные системы. Обязательное включение изданий из ИБС в основные образовательные программы и рабочие программы дисциплин. Этот ресурс скорее административный, и у нас в университете еще, по-моему, 4 года назад был принят приказ. Его появление можно связать с существованием на тот момент приказа Министерства образования 1953 и последующих документов, где вузы, ну, принуждали к тому, чтобы использовать электронные библиотечные системы, но даже после отмены этих приказов у нас в университете ничего не поменялось, и очевидно, что это имеет определенный эффект, и, скажем так, преподавательская аудитория уже вошла во вкус. То есть, извините, во всех программах, которые создаются в вузе, вот согласно нашим внутренним документам, в основной и дополнительной литературе обязательно должны присутствовать издания из электронно-библиотечных систем. И библиотека вот по нашей внутренней технологии проверяет все рабочие программы, выборочно или тотально, это по-разному случается. Вот у нас впереди аккредитации и вузы, и нам предстоит, скажем так, тотальная проверка всех рабочих программ. А в более спокойные периоды это делается выборочно. То есть библиотека проверяет рабочие программы, проверяет актуальность основной дополнительной литературы, присутствие изданий из электронно-библиотечных систем. Если что-то не в порядке, то, значит, совместно с разработчиком программы идет отладка этой части программы. Ну, информационные медиаматериалы, я чуть попозже о них поговорю подробно, это все то, что мы можем донести различными способами до преподавательской аудитории и до студенческой аудитории. И очевидно, что есть некоторая разница между тем, как и какая информация доводится до преподавателя и до студента. Ну и устроительный пиар – это тоже, в общем, ну, для нас важная работа, и этой работе мы уделяем много внимания, о ней я тоже поговорю немножко попозже. Ну, вот теперь несколько скриншотов с нашего сайта. Не знаю, я могу попробовать и живьем показать это, но вот… Боюсь, что я, может быть, не очень справлюсь с кнопками. У нас нет собственного сайта библиотеки. В библиотеке есть раздел на сайте университета, но я считаю большим нашим достижением. Смотрела не во всех вузах и во многих, даже наоборот, библиотеку очень трудно найти в сложной структуре сайта университета. В нашем университете для библиотеки на главной странице сайта выделена одна из самых крупных кнопок, и найти библиотеку на сайте университета достаточно просто. Раздел библиотеки достаточно разветвленный, в принципе, он бы мог жить в качестве самостоятельного сайта, но вот учитывая нашу ограниченность в людских ресурсах, в специалистах, мы, в общем, не стремимся к этому. На сайте выделен специальный раздел, который связан с электронными ресурсами. Это, значит, где электронные ресурсы сгруппированы по типам ресурсов, и электронно-библиотечные системы выделены в отдельный раздел, где коротко рассказывается о содержании каждой ИБС, о порядке доступа к ней. Ну и вы здесь видите фрагмент презентации. Каждый год обновляется инструкция по использованию ИБС,
скажем так, адаптированные под потребности нашей аудитории в нашем вузе. Учебные пособия ВБС, которые включаются в рабочие программы и программы дисциплин, после того, как проверяются эти РПД и ОПОП, они вносятся в специальную базу данных, которая называется «Учебные пособия в электронной библиотечной системе», где помимо описания, составленного по стандарту, присутствует ссылка, если учебное пособие представлено в нескольких ЭБС, а у нас их 4, то нужное количество ссылок. Чем еще полезна эта база данных, это то, что преподаватели именно из этой базы данных берут описание в свои, вставляют в рабочие программы, в общем, ну и у них нет сложностей в том, чтобы нормально по стандарту представить учебники в рабочей программе. Вот этот слайд, это такой, скажем так, первый опыт, но я думаю, что это хороший и полезный опыт, который, очевидно, мы будем развивать и использовать. Виртуальные выставки, которые мы готовим, они, естественно, как у всех, они содержат описание ресурсов открытого доступа или каких-то цифровых коллекций или источников, представленных в электронных библиотеках. Но вот в одной из последних виртуальных выставок мы попробовали сделать ссылки на издания, которые включены в электронные библиотечные системы, просто потому что не нашли этот источник в других открытых электронных ресурсах и сами им не располагаем. Помятуя о том, что наши виртуальные выставки могут быть интересны и использоваться не только аудитории вот, внутри вуза, то есть не только студентами и преподавателями, вариант был принят вот такой. Да, то есть мы даем ссылку с указанием, что студенты и абоненты ЭБС университетской библиотеки онлайн, то есть другие вузы, которые подключены, например, к этой ЭБС, они могут получить этот доступ к этому источнику бесплатно. И рядом другая ссылка, платный доступ для сторонних пользователей. Это, ну, вы знаете, что в ЭБС университетской библиотеки онлайн есть интернет-магазин. Такой вариант, конечно, работает не у всех ЭБС. Насколько я знаю, вот электронными магазинами не все располагают и не развивают. Не каждый развивает это направление. Это, значит, вот если коротко, это как бы виртуальные способы доведения информации. Но, в общем, важно, и эту практику мы как бы с первых дней стали применять, и я думаю, что вряд ли от нее откажемся в каком-то ближайшем обозримом будущем. Наши традиционные выставки, которые мы проводим ко всем конференциям, мероприятиям, просто выставки, просмотры, они обязательно содержат раздел «Электронные ресурсы». У меня вот фотография немножко не в том ракурсе, но вы видите, что здесь вот красным кружочком обведен специальный стенд, у которого заголовок «Электронные ресурсы», и мы делаем распечатки из... Это могут быть обложки книг, это могут быть статьи, если мы говорим о каких-то базах данных периодических изданий, где вот эти распечаточки на планшетах, они материализуются и стоят рядом с традиционными печатными изданиями. Ну, естественно, сопровождение всех ссылок и пояснений, как получить доступ к этому ресурсу. Ага, это вот уже про пиар. Дальше. Ну, хорошо, да, давайте так. Событийный пиар. Событийный пиар – это радостный для нас, скажем так, способ продвижения. Он в определенной степени требует преодоления внутренних барьеров, но, тем не менее, вот с 2011 года мы проводим такие акции, и каждый год стараемся вовлечь в эти акции как можно больше поставщиков электронных ресурсов, то есть не только агрегаторов ЭБС, не только издателей, но и
владельцев электронных библиотек. И даже вы видите, вот у нас в этом году антиплагиат тоже стал нашим партнером и помог нам наш праздник разнообразить. Событийный пиар. Ну, у нас в университете, наша библиотека в университете два раза в год претендует на всеобщее внимание, если рассказывать о конкретных практиках. Мы организуем библиотечную елку, так называемую, когда поздравляем студентов, преподавателей, наших друзей и наших незнакомцев, стараемся вовлечь с Новым годом, желаем им успехов во всем и дарим им подарки. И в мае, когда проводим День библиотек, у нас проводится тоже большой праздник, библиотека организует, мы буквально выходим на крыльцо университета и вот как минимум полдня всячески обращаем на себя внимание, в том числе и при поддержке наших партнеров. Но это вот, возвращаясь к началу, я вам говорила, что везде работают люди. И вот когда я рассказывала там коллегам в разных ситуациях о наших праздниках, я немножко удивлялась, что это простое решение, оно, в общем, ну не так распространено, как мне казалось бы. А с чего все началось? Ну, все началось с шоколадки, которую мы получили на стенде, на стенде на одной из выставок, по-моему, это была Крымская конференция, от шоколадки, которую мы получили от университетской библиотеки онлайн. Эту шоколадку я привезла в университет, долго там, ну, какой-то период ее хранила, потом поняла, что надо как-то ее использовать гораздо полезнее, чем съесть самой. И, в общем, вот сейчас это развилось в то, что университетская библиотека онлайн нам традиционно к Новому году поставляет энное количество шоколадок, зависит от бюджета и наших запросов. Вот антиплагиат нам в этом году подарил футболки, календари. Часто мы, ну, еще, насколько я помню, флешки. В общем, всяческие разные наглядные, вкусные, полезные вещи с эмблемами электронно-библиотечных систем. Это одни из самых любимых и желанных подарков у наших пользователей, студентов и преподавателей. Кому мы дарим эти подарки? Мы, безусловно, дарим их тем людям, которым мы хотели бы их подарить, но еще и всячески поощряем, чтобы эти люди пользовались электронно-библиотечными системами. Поэтому опираемся на статистику посещений МБС. У нас идет серьезная аналитическая работа, мы выбираем самого активного пользователя МБС, мы выбираем преподавателя, который больше всего учебных пособий включил в свои рабочие программы. В общем, критерии могут быть самыми-самыми разными, но слово МБС в данном случае для нас ключевое. То есть вот такой событийный пиар, он работает, и я думаю, что эти шоколадки и ручки, и флешки, они, в общем, запоминаются и побуждают пользоваться электронными библиотечными системами. Раздать подарки – это не единственное, что нужно сделать, когда проводится, когда случается какое-то событие. Об этом событии, естественно, нужно рассказать, рассказать везде и всюду. И новости о нашем событийном пиаре, они появляются на главной странице сайта университета. Есть у нас небольшой блог, где мы уже как бы не в каком-то неформальном жанре рассказываем о том, что прошло, увидите, что вы даже стихи иногда сочиняем. Всячески благодарим тех, кто нам предоставил подарки. Вот, ну и в надежде на продолжение истории вот, заручаемся какими-то обязательствами. Ну, это вот так покрупнее. Спасибо еще раз большое и университетской библиотеке онлайн в частности за то, что они нас каждый год поддерживают. Ага, уже последний слайд. Ну и, наверное, я готова на этом закончить. Может быть, у вас есть вопросы? Давайте я попробую на них ответить или вспомню то, что я забыла сказать.
Но если суммировать то, что я вам сейчас рассказала, продвижение – это обязательная составляющая нашей работы. Это продвижение электронно-библиотечных систем, в общем, подчиняется всем тем теоретическим законам продвижения товаров и услуг. Оно содержит комплекс мероприятий. Невозможно продвигать ИБС, только размещая, например, информацию на сайте или только раздавая шоколадки. В общем, вся последовательность действий должна быть вовлечена. Для того, чтобы успешно продвигать ИБС, нужно понимать, какие барьеры и какие опасности существуют, и преодолевать эти барьеры. Кстати, вспомнила, вот, если говорить о событийном продвижении, у нас иногда когда в библиотеке попадают к нам студенты на практику, и вот с такими практикантами мы, например, экспериментировали, мы проводили так называемые гонки, то есть делили группу на две части, давали задания, одна часть искала, например, конкретный учебник просто в интернете скачать бесплатно, а вторая, значит, делала это с помощью ИБС. Ну, сами понимаете, что побеждал тот, кто пользовался ИБС, потому что, естественно, мы понимали, что в открытых ресурсах этот учебник найти либо невозможно, либо очень долго нужно искать и очень трудно. То есть это о преодолении барьеров и о каких-то событийных мероприятиях. Барьеры должны преодолеваться и внутри библиотеки. Это прежде всего налаживание горизонтальных связей между сотрудниками библиотеки и сотрудники, которые работают с традиционным фондом, они обязательно должны знать и понимать, что такое ИБС, осознавать те немногие отличия, которые существуют между традиционным учебником и электронным учебником, и в случае невозможности или предпочтения студентов по электронных ресурсам объяснять, где и как они могут получить эту информацию. Значит, и я вижу, появились вопросы, и я попробую прочитать и ответить. Евгения Юрьевна меня спрашивает, что вы подключились не первый год, по первый раз при подписи документом руководством был задан вопрос, почему опять эта ИБС, а не другая, которая дешевле. Как правильно объяснить руководству и бухгалтерии, что отказ от одной и переход к новой ИБС влечет ряд трудностей у пользователей? Бухгалтерии главное сэкономить, и мы понимаем, что теряем аудиторию. Да, эта проблема существует. И вы знаете, вот, наверное, вот эта проблема, она связана также с задачи продвижения ИБС. И, наверное, может быть, это даже отдельная тема для разговоров, как продвигать ИБС в руководство и в бухгалтерию. Нужно объяснять. Нужно объяснять преимущества, опасности, барьеры. И нужно взаимодействовать с ИБС, договариваться и, в общем, как бы вот всячески избегать этих ситуаций. Но у нас был опыт, когда мы переходили с одной ИБС на другую, отдали предпочтение, причем мы были инициаторами того, чтобы перейти на другой ИБС именно из-за стоимости. Да? То есть одна из ИБС оказалась для нас дорогостоящей, мы поняли, что те же самые ресурсы мы можем получить в другой ИБС, и как раз-то вот мы были инициаторами, а не бухгалтерия перехода с одной ИБС на другую. И самое страшное, что было для наших преподавателей, и именно это, в общем, почти что остановило нашу инициативу, это то, что придется менять огромное количество рабочих программ, где зафиксированы уже учебные пособия из конкретной ИБС. Вот. И нам пришлось проделать огромную работу. Мы делали так называемые таблицы соответствия, то есть те учебники, которые у нас были в ИБС предшествующие, да, мы искали и, в общем, ссылки вот, меняли на новую ИБС. Объяснять надо, как по-разному можно объяснять. Как
Так, рекламные письма об ЭБС с информацией о нужных книгах по кафедрам рассылает. Да, рассылаем. Ну, да, это вот то, о чем я не сказала, как мы работаем с кафедрами. Ну, во-первых, у нас на сайте есть раздел «Новые поступления», и мы там информируем не только о новых поступлениях в печатном виде. Новые поступления – это в том числе и новые поступления в электронно библиотечные системы, то есть какие-то близкие к тем дисциплинам, которые преподаются, учебные пособия или новые учебные пособия. И, кстати, то, о чем я не сказала, да, взаимодействие с агрегаторами. Очень, конечно, полезны рассылки, которые делают электронно-библиотечные системы с новой литературой. Это очень облегчает работу. А вот что затрудняет работу, и здесь я вот посыл к, в данном случае к Павлу, я думаю, что он его передаст, это пожелание, и, возможно, кто-то из других агрегаторов тоже меня услышит. В общем, очень хлопотное дело – это создание каких-то рекламных там буклетов, листовок, закладок, и очень не хватает всегда этой продукции, и я понимаю, что рассылать, наверное, это и затратно, и, может быть, тоже хлопотно, но, может быть, есть смысл держать какой-то такой, знаете, комплект шаблонов, которые можно было бы легко, ну, имеется в виду шаблон там в Короле, да, где можно было потом добавить только логотип своего университета, там какие-то конкретные инструкции, но, тем не менее, вот шаблоны использовать уже готовые от агрегаторов. Это серьезно бы облегчило нашу работу, тем более, что с издательским центром не всегда удается состыковаться, они загружены другой разной работой. Ведутся ли журналы по пользователей ВБС? Регистрации пользователей ВБС. Я не, Татьяна Васильевна, я не очень понимаю, что это такое, значит, не ведутся. То есть у нас практика такая. У нас две ЭБС с базовыми коллекциями, это РУКОНТ и Университетская библиотека онлайн, и две ЭБС, скажем так, специализированно направлены на определенные как бы направления подготовки. В базовых мы автоматически регистрируем, как бы массово регистрируем всех студентов и преподавателей сразу в начале года, то есть загружаем туда пароли тотально, что называется. А в двух других ЭБС преподаватели и студенты регистрируются самостоятельно. Больше никаких журналов мы не ведем. То есть вот все, что внутри в админке я вижу, то и как бы считается официальной регистрацией ВС. На какие коллекции в университетской библиотеке онлайн подписана ваша библиотека? В университетской библиотеке онлайн мы покупаем базовую коллекцию и потом докупаем по книжкам, скажем так. На издательские коллекции в университетской библиотеке мы не подписываемся, это мы делаем в другой ВС. Как мы проводим регистрацию студентов первого курса? Значит, ну, регистрация студентов, я уже только что сказала, мы загружаем автоматически в две ЭБС всех студентов. Проводим ли занятия с первым курсом? Вы знаете, для меня это лично для меня это больная тема, потому что, да, мы стараемся их проводить. Не всегда это получается, потому что очень перегружены учебные планы. Но вот мне кажется, что когда студенты поступают на первый курс, и если брать их, что называется, тепленькими, только что поступившими, там вот в сентябре и в октябре, и проводить с ними занятия по электронным ресурсам, то коэффициент полезного действия таких занятий крайне низкий. Студенты еще не ориентируются в университете, не очень понимают, что им предстоит, не знают, как будет организован учебный процесс, и, в общем, максимум, что они могут запомнить, это то, что у них есть какие-то пароли. Вот, а куда эти пароли ведут, они не всегда потом могут вспомнить. Полезнее заниматься уже прицельно со студентами либо в конце первого курса, либо в начале второго. Вот. И упомянули о представлении в электронном каталоге ссылок на учебные пособия ВБС. Имеется... Нет, конечно, не только наших преподавателей. Это вопрос про... То есть база данных учебные пособия ВБС – это база данных тех учебных пособий, которые включены преподавателями в рабочие программы, и они имеются в ЭБС. Это могут быть самые-самые разные учебные пособия, но, естественно, все, что мы
передаем в ЭБС из наших изданий, оно, конечно, в этой базе данных присутствует, и ссылки тоже присутствуют. И еще вопросы. Угу, Павел написал, окей, принято. То есть можно рассчитывать на то, что какие-то шаблоны появятся, да? Это очень было бы удобно. Вот элементарно, закладки, буклеты, флаеры, не знаю, значки, если хотите, там. Вот, в общем, все, что вы нафантазируете, любой шаблон, он может быть применим. И мы, например, можем найти тут, может быть, каких-нибудь спонсоров, которые нам помогут напечатать эти раздаточные материалы. Что-то я пропустила. Еще, значит, информация о нужных книгах по кафедрам. Какие мы делаем рассылки по кафедрам? То есть я говорила, что новые поступления мы на сайте всегда размещаем. Ежемесячно у нас это меняется. По кафедрам мы не всегда, ну, как бы не посылаем списки новых поступлений. По кафедрам мы делаем рассылку в том случае, если у нас, например, лицензируется новая программа, и мы нашли какие-то, ну, как бы, и мы подбираем необходимые пособия в ЭБС, тогда вот в этом случае мы делаем рассылки. Ну, еще какие-то рекламные письма об ЭБС, информации. Ну, наверное, на этом все. Вот по поводу рекламных писем. Еще вопросы? Если больше нет вопросов, то я рада буду каким-то откликом. Пишите письма. Может быть, в этих письмах вы поделитесь своим опытом, потому что, безусловно, наш опыт не исчерпывающий, у нас еще очень много всяких резервов и непреодоленных барьеров. Спасибо большое, коллеги. Павел, спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, я благодарю всех, кто пришел на наш вебинар. Особенно благодарю Юлию Владимировну за такой подробный рассказ и интересное сообщение. Мы ждем вас на наших новых вебинарах. Приходите завтра, послезавтра и на следующей неделе. Всего доброго. До свидания.